Это вот обзор станочка, как он выглядит с обратной стороны. Вот три ножки из профиля, значит, сделано. Вот сверху закреплен двигатель, не знаю какой, на двигателе автомат. Вот Legrand написано. Ну, собственно говоря, штекер с проводом и все. Вот, и, значит, алюминиевая ведерко, кастрюля это была, которую они, собственно говоря, использовали, ну, под емкость. Вот, все это как бы пластиковое такое, сделано на заклепках. В качестве приемника перговых сот, значит, используется, я так подозреваю, что труба, короб для вентиляции. Для вентиляции. Вот. Собственно, вот эта вещь, куда будет класть сота. Вот. Значит, снизу, ну, вот такая заглушка, вот, которая, собственно, и открывается, и вот эта вот кирга, которая у нас экструдировалась, она просто, ну, высыпается в какую-то емкость. Важно, вот сейчас покажу вам, что у нас, значит, снизу. Снизу что у нас получается. Вот. Снизу, значит, там вот эти вот такие как бы поперечные, которые крутятся, да, вот этим двигателем. Вот. Ну и, собственно, они молят пергу. Вот так. Снизу это наша ведерко. Ну вот, то есть половинка вырезана. И вот такая вот штука и получается. Вот это измельчитель перговых сот компании фирмы Аписфера М. Так делает. Вот, спасибо. Вот, ну и что? Значит, запускаем его вновь. Только вы слышите, что начинает работать туго, соответственно, значит, здесь все уже заполнилось воском с пергой. Здесь очень маленькое место до крутящих жерновов. Откручиваем нижнюю вот эту защелку, заглушку. Вот. Отпускаем, и экструдированная перга вот высыпается. Но проблема в чем? Что еще столько же, вот как вот этот полукруг с другой части, чтобы ее высыпать, нам сейчас придется его наклонять и трясти. Ну, после того, как мы освободили бункер, приходится закрывать. Вот очень такая она, не очень удобная здесь. Я даже не знаю, как ее назвать. Защелка, не защелка. Приходится крутить. Бывает такая, как петелька, ее вот удобно. А эту надо крутить, иначе у нас вся перга посыпется к нам на стол. Вот, после чего готовую пергу приходится просеивать в специальном сите, как золотоискатель. Вот, просеяли.
убираем какие-то вот большие фракции, если остаются с воском. Вот, и в принципе перга у нас выбита из сот, остается ее теперь отправить в дегидратор. Вот высыпали, просеяли. Просеивать, в принципе, быстро, просто получается вот такая перга. Вот, и дальше уже эту пергу мы отправим в сушилку.